Вам что-то мешает получать Божье благословение? То, что выходит из вас, намного важнее того, что происходит вокруг вас. Мы слишком озабочены тем, что происходит вокруг нас, и мало тем, что происходит внутри нас. Далее в программе «Жизнь полная радости». Добро пожаловать! Это программа «Жизнь полная радости». Я так рада, что вы смотрите нас. У меня вопрос. Ваш колодец засорился? Наверное, вы думаете, какой еще колодец? У меня его даже нет. Я говорю о колодце внутри вас. Ваша жизнь бьет ключом, или у вас пропали мир, радость и поток Божьего присутствия? В нашу жизнь приходят препятствия, которые мешают нам быть теми, кем мы хотим быть. Я уверена, это учение будет полезным для вас. Приятного просмотра. У меня вопрос. Ваш колодец засорился? Спросите у соседа. Ваш колодец засорился? Иоанна 7:37. Господь, прошу, помажь меня сегодня. Аминь. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, кто доверяет мне и полагается на меня, у того, как сказано в Писании, из самых глубин». В синодальном переводе «из чрева» «из чрева потекут реки воды живой». У нас должны быть потоки рек. Что течет из вас? Иногда после больших конференций или просто какого-то собрания я говорю, на этом собрании был такой поток. Я знаю, музыканты говорят, во время поклонения был такой поток. Что же это значит? Это значит, мы чувствовали полную свободу, без всяких помех и преград. Бог хочет, чтобы в нашей жизни был поток. Когда дьявол не мешает нам постоянно в том, что мы делаем. Какой поток есть у вас? Вам кажется, что вы засорены? Что вам мешают? И каждый раз, когда вы пытаетесь что-то сделать, вас что-то останавливает? Кому-то это очень поможет сегодня. То, что вытекает из вас, гораздо важнее того, что происходит вокруг вас. Мы обращаем слишком много внимания на то, что происходит вокруг нас, и мало на то, что внутри нас. Из вас выходит что-то, дающее жизнь или умертвляющее? Из вас что-то течет, или вы засорены? Вы повсюду встречаете препятствия? Вам кажется, что в вашей жизни застой? В Иоанна 4:14 Иисус сказал, что вода, которую Он дает, сделается источником воды, бурлящей и текущей из нас. Вы помазаны Богом, согласно 1 Иоанна. Помазание внутри вас. Помазание — это присутствие и сила Бога. Нам нужно и внешне проявлять то, что внутри нас. Я говорю о благости в глубине нашего духа, то, что Иисус посадил в нас, когда Он дал нам Святого Духа. Если бы мы начали проявлять радость, мир, помазание, надежду, силу,
Каждый из нас мог бы перевернуть мир. Перевернуть мир. Знаете, те, кто позитивно влияют на других, они тесно сотрудничают со Святым Духом, чтобы избавиться от преград. Это не происходит само собой. Дьявол досаждает всем нам. Он ненавидит всех нас, особенно тех, кто больше всех служит Богу. Если вы позитивно влияете на соседей, дьявол ненавидит это. Если вы позитивно влияете на коллег на работе, дьявол ненавидит это, и он будет мешать вам, чтобы остановить вас. Но он не сможет, если вы поймете то, что я скажу вам сегодня. Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Враг выступит против вас одним путем, а побежит от вас многими. Откройте Бытие 26. 12 стих. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного стада, и филистимляне стали завидовать ему». И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею или грязью. Дьявол всегда пытается завалить ваш колодец грязью. Дьявол когда-нибудь забрасывал вас грязью, соблазнял мирскими путями? Убедитесь, что вы не слишком любите мир. Из вас выходит что-то благочестивое или нет? Плотское или духовное? Эгоизм или бескорыстие? То, что ободряет или угнетает? Дьявол хочет засорить наш колодец грязью, чтобы из нас выходило все только вредоносное. Откройте четвертую книгу Царств, третью главу. Четвертое царство, 3:19. В Ветхом Завете люди много воевали. У израильтян было много врагов. У них не было современного оружия. Но одним из величайших оружий была вода. Вода была одним из величайших благословений для них, поэтому враги приходили и засыпали их колодцы грязью и камнями, чтобы в них не было воды. Они также повсюду разбрасывали камни, чтобы ничего не росло. Они также срубали все деревья, чтобы на них ничего не росло. Дьявол хочет любой ценой прекратить рост. Он не хочет, чтобы мы приносили плоды. Он хочет забросать нас грязью и камнями. 4 Царств, 3:19. «И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите». И все лучшие участки полевые испортите каменьями. Представьте, приходит армия. Наверняка у них было что-то вроде телег с камнями и булыжниками. И они забрасывали колодцы грязью и камнями, затем разбрасывали их по всей земле и срубали деревья. Кто из вас может представить это себе? Хорошо. 24-25 стихи. «И пришли они к стану Израильскому, и встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них».
А они продолжали идти на них и бить моавитян. Израиль восстает против врага, и даже израильтяне делали то же самое. Раньше так вели войну. И города, стены разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили один каждый по камню и закидали его. И все потоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харишете. Смотрите далее. И прачники обступили его и разрушили. Конечно, я изучала это какое-то время, и когда я увидела слово «прачники», я чуть не упала со стула, когда поняла, что у армии были прачники. Те, кто этим занимался, они были обучены, чтобы кидать камни. И знаете, у дьявола есть прачники для каждого из нас. И некоторые только и делают, что кидают камни в нас. Они только и делают, что обвиняют и осуждают нас. И все это можно считать камнями. Дьявол надеется, если он закидает нас мусором, наймет достаточно много прачников, кто будет делать это, тогда наши колодцы будут засорены. И нам ничего другого не останется, как только быть несчастными. У кого из вас есть хотя бы один прачник? Возможно, это необычно, но вы это надолго запомните. Аминь. Сегодня я научу вас кидать камни в ответ. Вместо того, чтобы сидеть и ловить все, что дьявол кидает в вас, нужно стать более решительными и осознать. Надеюсь, вы поймете это. Иисус назван как? Скалой. Поэтому, когда кто-то из прачников атакует вас, вам нужно кинуть камень в ответ. Это одна из тем, которая возникает время от времени. Нужно быть достаточно духовным, чтобы понять то, о чем я говорю. Иисус назван скалой нашего спасения. Иисус также есть Слово, которое стало плотью. Библия — это Иисус в письменной форме. Каждый раз, послушайте, вы должны это понять. Каждый раз, когда дьявол кидает в вас камень, нанимает против вас прачника, если вы научитесь отражать их атаки словом, вы будете кидать в него огромные камни, а он всего лишь камешки. Вы говорите, ладно, дьявол, хочешь воевать? Получай. Какими камнями дьявол будет закидывать вас? Если честно, список может быть бесконечным. Я выбрала 5-6 пунктов. Дело даже не в том, что это за камни, а в том, что дьявол хочет сделать вас несчастными, и он хочет застопорить вашу жизнь. Он пытается устроить поджог, чтобы все свое время вы тратили на тушение огня и не делали то, к чему Бог призвал вас. Дьявол всегда толкает нас на компромиссы. Кто из вас осознает это? Компромисс значит немного уклониться от самого лучшего. Всего лишь немного. К тому же все это делают. Но когда мы идем на компромисс, мы перекрываем поток в нашей жизни. В результате мы чувствуем себя немного виноватыми, осуждаем себя.
Единственный способ избежать этого — выбирать самое лучшее. Вы удивитесь потоку, который появится в вашей жизни, если будете стремиться к превосходству. Но дьявол склоняет нас к компромиссам. Это вы, кстати говоря. Намечается вечеринка, и вы знаете, что там будет происходить что-то неправильное. Вам не обязательно пить и принимать наркотики, и вы обещаете себе, что не будете в этом участвовать. Но дьявол склоняет вас к компромиссам. Это может быть что-то мелкое, например, когда вы не убираете за собой. Когда вы по 2 часа играете в интернете, пока нет начальника, и как только он приходит, притворяетесь, что работаете. Вы знаете, что это неправильно, но ищите оправдание. Мне все равно мало платят. Каждый раз, когда вы идете на компромиссы, это все равно, что дьявол подходит и говорит: «Вот тебе еще немного грязи». «Да, мы положим еще немного грязи». «Немного камней, вот этот большой». «Вот так». «Сюда, сюда». «Ну как?» Деяние 23.1. Вы хотите, чтобы в вашей жизни было движение? Не знаю, как вы, я этого хочу. Я хочу поток. Я лучше пройду лишнюю милю, чем потеряю этот поток. Вы это поймете, и чем быстрее, тем короче я буду проповедовать. Поэтому в ваших интересах поскорее понять это. Я так хочу, чтобы мы с вами могли сказать это. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня, как гражданин и верный иудей». Как приятно говорить: «У меня чистая совесть пред Богом». В этом случае у вас есть поток. Недавно меня в чем-то обвиняли, и это показывали по новостям в нашем городе. Ко мне пришли брать интервью и спросили меня об обвинении в мой адрес. Мне показали съемку, где я говорю: «Каждый человек даст отчет за свою жизнь. Я готов предстать пред Богом в любой момент. Я не боюсь отвечать Богу за свою жизнь». И мы все должны суметь сказать это. Мы не должны жить в страхе. Не позволяйте дьяволу запугать вас, наполнить грязью и запрудить камнями. Противостаньте дьяволу, и когда он придет искушать вас, бросьте камень в ответ. Вы когда-нибудь видели камни с надписью «Верь»? Кто из вас видел подобные камни? Их продают постоянно. Вы когда-нибудь интересовались, почему люди украшают ими дома? В них заключено послание. Возможно, те, кто делает эти камни, не до конца осознавали, что они делают. У меня есть скала, Божье Слово, и он крепче любого камня, который дьявол кидает в меня. И когда враг говорит мне: «Пойди на компромисс», я кидаю в него камень Слова, который гласит: «Я буду непорочна. Я сделаю то, что правильно в глазах Бога, и я буду жить пред Ним с чистым сердцем». Научитесь делать это, если хотите побеждать. Научитесь возражать дьяволу. Я сказала: научитесь возражать дьяволу. Я сказала: научитесь возражать дьяволу. Я сказала: научитесь возражать дьяволу.
И только Божье Слово может заставить его встать на колени. И это Божье Слово. В Луки 4 дьявол кое-что говорил Иисусу, но Иисус также возражал дьяволу. Дьявол пытался засорить колодец Иисуса, заставить его пойти на компромисс, остановить поток в его жизни, помешать ему исполнить Божье призвание. Он пытался сделать с ним то же, что и с нами. Он искушал его пойти на компромисс, лгал ему. И каждый раз, когда дьявол обращался к Иисусу, в Библии сказано, Иисус говорил дьяволу «написано». Если вы молчите и не говорите Божье Слово, то когда враг будет искушать вас, вам не одержать победу. Я учу вас тому, что вы можете применить в повседневной жизни. Это не просто духовно звучащая проповедь. Когда дома вас спросят, как прошло собрание? О чем Джойс проповедовала? О, это было глубоко. Но вы скажете, она рассказала, как забить врага камнями. Она сказала, что дьявол забрасывает мой колодец грязью. Он пытается засорить его. Я больше не позволю ему делать это. Я больше не позволю останавливать мой поток. Я узнал, что у меня есть скала, Божье Слово. И когда он кидает в меня камень, я могу бросить в него Божье Слово и поразить его. Аллилуйя! Каждый компромисс — это камень и грязь в вашем колодце. Мне нравится, что Давид сказал в Псалме 17:24. «Я остерегался, чтобы не согрешить мне». В сегодняшнем мире так много людей чувствуют себя отверженными. Кто-то несет эту боль через всю жизнь, кто-то несколько лет, а кого-то отвергли только вчера. Но последствия одинаковы. Страдания, депрессия, болезни, крах взаимоотношений. Всемогущий Бог любит вас настолько сильно, что прямо сегодня готов освободить вас от чувства отверженности и любых его последствий и вернуть вас к жизни. Мы приготовили для вас книгу Джойс Майер «Отвержение. Причины и следствия». Сообщите нам о своем желании получить эту книгу, и мы вышлем вам ее в качестве подарка. Как правило, мужчины, потерявшие работу, чувствуют себя невостребованными и подавленными, потому что они по своей природе добытчики и кормильцы. Моя жена на протяжении 15 лет была домохозяйкой. Но после того, как я стал безработным, она была вынуждена пойти работать. Это само по себе неплохо. Но меня удручало, что я не могу обеспечить мою семью, позволить моей жене оставаться дома с детьми. Это было больно. Я понимал свою несостоятельность. Эти чувства сильно угнетали меня. Кевин Уильямс уверовал в Бога как раз за 4 месяца до того, как потерял работу. За последние 5 лет он 3 раза был безработным, что составило в общей сложности 25 месяцев перерыва. Этот срок стал испытанием его веры. Я пытался найти работу, для которой имел необходимый опыт, но безрезультатно. Я высылал запросы на вакансии, которые хотел бы получить, но не получал никакого ответа. Вы знаете, что такое смирение? Я думал, что от моего смирения вера будет укрепляться. Но в это время я повстречал несколько мудрых людей, которые посоветовали мне поближе познакомиться с Богом. И чем скорее, тем лучше. Они помогли мне перевести взгляд на Бога, а не думать только о своих проблемах. Если мы смотрим только на себя, мы никогда не получим то, что Бог приготовил для нас.
Каждый день, проводя время с Богом, изучая Его Слово, я понял, что не столько обязан читать Библию, сколько нуждаюсь в ней. Она мне нужна. Я на самом деле осознал, что не могу жить без Божьего Слова. Мне захотелось сблизиться с Богом, чтобы слышать Его советы. Что я должен делать, а что нет? В этот трудный период жизни Кевин научился надеяться на Бога всем сердцем. И моя вера укреплялась, когда я говорил Божье Слово вслух. Я ходил вокруг своего дома и произносил слова веры. В это время я просил у Бога веру. Это помогло мне уповать на Бога и приобрести уверенность, в которой я так нуждался, проведя 2 года без работы. Я говорил, я буду рад возможности работать. Это помогло мне не горевать. Я говорил, мне нужна работа, дай мне хоть что-нибудь. Кевин много времени проводил в молитве и чтении Библии. Он с верой приносил десятину, платил по счетам, пользуясь пенсионными сбережениями, по возможности подрабатывал, но финансовое положение никак не менялось. Несмотря на это тяжкое время безработицы, Бог дал нам возможность заплатить по кредиту 28 тысяч долларов, водить детей в школу, вовремя оплачивать коммунальные услуги и всегда иметь пропитание. Этим самым Бог показал нам, что Он заботится о нас все это время. Сейчас Бог благословил Кевина, дав ему возможность начать свой бизнес. В данное время решается, как развивать бизнес, для которого Бог открыл двери. Хотя я не представляю, как Бог это сделает. Но в сердце у меня мир, и я просто наблюдаю за Его чудесами. Я чувствую, что Он ведет меня туда, где и есть мое место. Как партнер служения Joyce Meyer, вы вместе с нами строите колодцы в отдаленных деревнях Азии. Помогаете получить медицинскую помощь африканским детям, больным СПИДом. И может быть это вы помогаете выжить той одинокой матери, которую вы встречаете каждый день на улице. Спасибо вам! Сотрудничая со служением Joyce Meyer, вы можете помогать людям по всей земле. joycemeyer.ru Журнал «Жизнь полная радости» высылается всем телезрителям, которые пишут нам, а также партнерам служения Joyce Meyer. В каждом номере Joyce отвечает на вопросы телезрителей. Напишите или позвоните, и мы будем регулярно высылать вам этот журнал бесплатно. Наш телефон в Москве 727-1468, в Киеве 451-83-12. Почтовый адрес. Joyce Meyer, УК «Медиамир», город Москва, абонентский ящик 789, Россия 101-300. А также Joyce Meyer, «Медиамир Инк», город Киев, абонентский ящик 205, Украина 01-025. Адрес электронной почты gm@mediamir.org.